Замужем хорошо. Конечно, замужем хорошо. Замужем охуенно. Я вот когда замужем ходила, я не знала, что начну болеть со временем раздвоением личности. Ну, честное слово, вот тут смотришь на него, вот такой он весь охуенный, красивый. Ну, прям вообще взяла бы, съела, сожрала, облизала бы, залезала бы, задавила бы, блядь, так люблю. А с другой стороны, сука, вот смотришь на него, как взяла бы сковородку, как переебала бы на пару раз. Да так, со всей его дури, вот прям. Он на тебя смотрит в ответ и говорит: «Знаешь, что-то случилось», а ты стоишь на него, смотришь и думаешь: «Блядь, поцеловать или пиздануть что-то этакое, вот чтоб прям, чтоб началось, а то как-то скучненько». Угу, да. Кошмар. Боже, вот женщины. Я тоже женщина, и это кошмар. Это кошмар. Я не могу жить спокойно. Мне все время нужно, блядь, что-нибудь, сука, изобрести, чтоб пересрать и сгандонить отношения в семье. Но я же женщина. Я же женщина, да.